Сәлем алейкум, саат 12 отыз, эфирде заман яйна. Бүгін Кырмызгалинан 903 куна девам этмекте. Бу саатка азыр олган хабарлеринен сизлерни мен Шевкет Аматулаев таныш этмеге азырым. Илми Умеровны хастаханеден чыгарып, ФСБ кадимлери психиатрик стационарына алып кеттилер. Бу акта мижлис рейсинин муавини Нариман Джелял билдирди. Белли болган экиби августтун 11-нде Акмежеттин Киев район махкемесинде мижлис рейсинин муавини Низбетин мечбури психиатрик экспертиза тайинленежек вакытта онун жүрөгү ярамады, кан басымы көтөрүлдү. Ажеле жардам Умеровны Акмежеттин 7-нче хастаханасынан кардиологиялык бөлүгүнө алып кетти. Онда эң азындан 10 күн тедавиленмек керек эди. Илми Умеров махкемеде сонуна же булунмаганына бакмадан кады психиатрик стационарына йолламак керек деген карар чыгарды. Адвокатлар эсе бу карарга каршы өз шикаятын бердилер. Кечелер эсе мижлис рейси Рифат Чубаров ФСБ кадимлери экимлерге Умеровну тез вакытта хастаханеден чыгарылмасы талабынен баскы япканлары акында билдирген эди. Мы имели информацию о том, что осуществляются попытки со стороны сотрудников ФСБ, в частности следователя, который ведет дело Ильи Умерова, добиться выписки его из больницы, несмотря на то, что врачи констатируют необходимость для него специализированного лечения. У него есть действительно серьезные проблемы и с давлением. Несмотря на это, они, я не знаю, какими путями добились того, что сегодня Ильи Умеров был выписан из стационара 7-й городской больницы Симферополя. И сотрудник ФСБ приехал и, в принципе, по договоренности, без шума, он в данный момент уже, наверное, доставил Ильи Умерова в психиатрический диспансер на улице Роза Люксембург в городе Симферополе. Пока мы еще не выяснили, какие будут условия содержания, будет ли мобильная связь с Ильей Умеровым, можно ли ему передавать пищу и так далее. Сотрудники ФСБ, по крайней мере, обещают, насколько можно им верить, что будет и доступ адвокатов, и доступ родных, конечно, не как в обычную больницу. Возможно, будет и мобильная связь у него. Вот. И, естественно, они уверяют, что ничего с ним происходить не будет. Но, сами понимаете, с доверием к таким словам у нас очень большие проблемы. Акмежетте кенеде махкеме куну. Бүгүн Кырымдын Жогору Орус Махкемеси Кутлеби Калабалыклар чыгарууда кабатланган межлис рейсинин муавини Актем Чегознун ишини бакы башылады. Бел болгону кибы ШМДды кадылар 2014 сенеси 26 февраль куну Кырым парламентинин бинасы огунда өткөрүлгөн Украина бирдемлиги митингинде уларнын айткандарына көрө зарар көргөн Русское единство тарапдарларына изатларына диңлей. Уларнын сайысы 100-ден зияде. Адвокат Николай Полозовнун билдиргенине көрө мекеме ШМДК кибы автада тек 1-2 зарар көрген шахысына деңлейжек олса, карар чыгарылуу бир кач жылга созула биле. Кырымда журналист Римзи Алимов вифат этти. Женазе намазы Акмежеттин Абдал мезарлыгында саат 12-де кылынып башылады. Римзи Алимов Ленин байрагы ве Яңы Дүния газеталарында мухбир болуп чалыша эди. Мерхум 1944 сенеси апрелинин 3-үндө Акыяр жыбарындаки Золотая балка коюнда дүнияга келди. 1968 сенеси 11-лер сырасында Ташкентте Низами педагогика институтунда Кырым-Татар тили ве эдебияты бөлүгүнө окумага кире. Окууну бүтүргөн соң Ленин байрагы газетасында чалышы башлай. Анда эсе өзүнө акыкый талахусуна сечип алган. 1991 сенеси Римзи Алимов газета редакциясынан бера берликте Кырымга авдет этип махаллер язмага девам эте. Пенсияга чыккан соң беле Яңы Дүния газетасы үчүн махаллер яза. Атер телеканалы мерхумнын сой сопларына ось тазиелеріні білдіре. Бакшысарайдаки ханлар сарайы бакымсыз алда калмакта. Ижгалжы акимиетинин тамирлеп ишлери кечирилмесине 148 миллион рубле айырганы дегенине бакмадан 16-нче асырда курулган бина веран олмакта. Табанын бир кысмы түшө, бир кач салону асылда капалы, салонларда олган шар диванлар зорнен чалыша, диварларынын штукатуркасы эшиле, тротуар ве мердвенлерине эсе йосун баскан. Соседски, я же рядом здесь живу, и все-таки это наша кормушка. Ну, как бы, сколько денег Ханский дворец зарабатывает, можно было давно это сделать. Нам только дороги сделать. Ну, так, чуть-чуть. А так?
На второй этаж уже не пускают. Здесь и проход вон закрыли. Это черепица. Ее, в общем-то, сейчас надо где-то по спецзаказу делать. Понимаете как? Я думаю, что, наверное, не очень хватает средств, чтобы вот это вот все в таком темпе сделать. Белбек вадисінде олған көйлер сусыз қала біле. Қырымның ижғалжи акиметі Кокос өзені ятағында су анбарына құрмаға ниетлене. Топланған суыны есе ақиярына суынен темин етмек, темин еткен Чернореченская су анбарына юлламаға істе. Кокос ве қомшы көй сакинлері ижғалжи акиметінің бөле қарарынен мемнунды келлер. Білдіргенлеріне көре өзенде бент құрылса, көйлер асылда сусыз қалажақтыр. Это катастрофа, экологическая катастрофа, что убирает эту речку. Она нам очень нужна. Бельбекская долина вся, не только наше село, вся долина наша гордится этой речкой. Речка – это дар природы, ее нельзя трогать. И вообще природу нарушать нельзя. Кто идет против природы, жестоко наказан. Не, ну чем мы виноваты? Как-то можно речку отнять? Она веками, веками тут текла. Для того, чтобы успокоить людей, нужно строительным организациям и органам, которые берутся за строительство этой плотины, с общиной долины заключить договор. Какие они берут на себя обязательства, чтобы не лишить людей воды? Есть один колодец. Начали там строительство, перекопали жилы, и вообще в колодце уменьшилась вода больше, чем наполовину. И вот так вот ведрами таскаем воду. Вот так вот мы живем. Теперь, если даже и этого не будет, если речки не будет, то вообще не знаю, что будет. Так хоть как канава протекает, хоть с канавы набираем воду. Тунивын Истанбулда Евровидение 2016 ярышының ғалибы Джамаланың концерты өткерілді. О Истанбулда ең популяр олған Джемиль Топузлы опен-эйр театрында кечірілді. Концертке 2000-ден зияде сейірже топланды. Концертке Мақсус Мустафа Джемилев те барды. Тапсилятлы же Эмине Халил азырлаған Мақсус Левқасындан огрене білесіңіз. Сейіржілер концерттен бір қач саат әвел шәйір мәркезінде ерлешкен концерт салоны оғынды Эйджан әлі концертінің башламасыны бекледілер. Топланған инсанлар арасында чоқ сайыда Түркиедегі қырым-татар дөрнеклерінің рейсілері ве азалары бар әді. Біз мұнда, иншалла, қысмет есе бізім ғұрурымыз Джамалан ерларын дилемеге келдік. Мұнда, иншалла, бізім қырым-татарларымыздың Түркиедегі балабан бір топлаушылы олмасын істейміз. İnşallah göreceğimiz. Valla Cemal'a tabii bizim için çok önemli. Cemal'a da bu şeyle, şarkısıyla beraber Kırım Türklerinin 1944 acılarını bütün dünyaya göstermesi bizim için Türkiye'de yaşayan Kırım Türkleri olarak çok önemli. Türk vatandaşlarından gayrı Ukrayna vatandaşları da kalabalık ediler. Onlar da ayrı bir kuvanç ile Cemal'a ile gururlana ediler. Ну, в першу чергу для нас означає перемога не тільки Джамали, а перемога України, тому що вона представляла Україну і перемога татарського народу, їхньої пісні історичної. Це для нас велика радість для всієї України. Ну і те, що тепер Україна прийме участь в Євробаченні. Темеллері Кырымның чешіт ерлерінден олған, ама шындыки вақытта Түркиеде яшаған халқ Джамаланың ғалебесіні пек мойын бір вақия деп сая. Şuan çok mutluyuz çünkü Cemal'a Kırım'ı temsil ediyor ve Kırım'ın şu anki durumu Türkiye'nin nazaran çok daha kötü durumda ve Kırım Tatarları şu an gerçekten acı içinde. Dileriz ki Türkiye Kırım'a daha fazla destek olur ve bir gün Kırım da özgürlüğüne kavuşur. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Amfiteatrı'nda Cemal'ın konsertine tahminen 2000'e yakın insan toplandı. Sanatçının yıllarından efkarlanan cemaat, Türkiye, Ukrayna ve Kırım milli bayraklarını bütün konsert devamında koterip sallayadılar. Mahsus Cemal'ın konsertinde bulunmak için Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da Türkiye'ye geldi. Aslında bu Eurovidenie, Eurovision bu sanat yarışması. Ama herkese elbette anlaşıldı. Burada siyasi mesele belki de birinci plandaydı. Aslında Stockholm'da ben oradaydım o konsert zamanında. Esas tartışma Rusya ve Kırım Tatarları arasında var. Bizim için çok prensipliydi. Onun için çok büyük bizim için galibe sağ olsun Cemal'ı.
Концерт биткен соң санатчы такымы эле санадан кеттилер. Ама сейиржилердин истеги үзүрө Джамала кене санага чыгып жырлады. Бу концертны көрмөк үчүн махсус Украинадан келген ватандашлар да бар эди. Я пришла специально на концерт Джамалы из Украины, да. Впечатления невероятные. У меня были мурашки по телу. Я не знаю, одна песня была турецкая, не знаю, к сожалению, название, но просто были мурашки. Ну и последняя, конечно, которая была на Евровидении. Это было что-то. Шуну кайд этмек керек ке, Джамаланы Түркиеде керчектен севелер ве онун эле гурурланалар. Чунки бүгүн кечик Евровизион ярышмасында биринчи кере түркий тилде сөздөрүн Джамала жырлады. Эмине Халил, Владлен Мельников, Истанбулдан махсус АТР үчүн. Бу саатка азыр болгон соңки хабарларыбыз булар эди. Дайыма АТР эле улуңуз Невбетеки жайларыбызга кадар көрүшкөнчө.